Священник Александр Шагалинский награждается наперстным крестом как защитивший диссертацию на соискание ученой степени кандидата богословия. Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Священник Владимир Тупиков награждается камелавкою и наперстным крестом, как защитивший диссертацию на соискание ученой степени кандидата богословия. Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Иеромонах Климент Наумов награждается наперстным крестом как защитивший диссертацию на соискание ученой степени кандидата богословия. Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Священник Владимир Аврамов награждается набедренником и камелавкою и наперстным крестом,
как защитивший диссертацию на соискании ученой степени кандидата богословия. Аксиус. Аксиус, аксиус, аксиус. Это был 92-й год, вход Господний в Иерусалим, когда
полы здесь были покрашены зеленой краской, только что покрашены. Мы все стояли. Не было. Нет, мы были, вот и ничего. А я их сам делал. Я их сам делал. Молодец, спасибо. Там мы здесь стояли, и у нас просто обувь прилипала к полу. Было так тепло, так уютно, несмотря что до этого здесь было, ну, всякие кольца спортивные нарисованы, но все равно для нас это было не столь важно, а важно, что эта церковь, да, этот монастырь оказался нашей такой духовной родиной, духовной матерью, можно сказать, да, вот где мы здесь все рождены, с вами, Владыка, тоже вот так, да. Вот. Спасибо вас, Господи, поэтому моя вам искренне большая благодарность и большой поклон. От меня и от всех клириков в Люблинской Новоаннинской Епархии. Я вам тоже могу быть благодарен. И это вообще было, если вы себе представить не можете, это было чудо, когда мы получили Святокумов монастырь. Я проезжал мимо него из Казанского собора, там я жил, служил. Думал, Господи, какая неприступность. Я взял и сдал ее нам. Ну, конечно, не сразу, но третий, на четвертый год. Не сразу. И в январе 92 года мы уже сюда вошли. Ремонт. Было, конечно, очень все первобытно просто. Крашеные полы, снаряды, спортивные. Но ничего, все мы пережили, преодолели. Теперь вы видите благолепный храм. А то, что вы охотно посещаете богослужение в этом Святодуховом монастыре, в этом Свято-Троицком храме, свидетельствует о том, что он вам дорог, близок и вами любим. Пусть Господь за вашу любовь раскрыт к вам свою любовь и одарит вас богатыми дарами Духа Святого в день, когда мы празднуем Его сошествие на святых апостолов. Пусть и на нас пошлет Господь Духа Своего Святого, чтобы никто из нас не погиб, но стал наследником жизни вечной и сделал бы это возможным для всех своих близких. Аминь. Аллилуйя.